Здравствуйте, уважаемые зрители канала Тургонсанд. Я Шакир Халилов. Приветствую вас на канале Тургонсанд. И я сейчас стою в старой части города Висби. Это Готланд, Швеция. И очень интересную точку нашел. И хочу вам показать обзор, такой круговой обзор того, что я вижу. Это, значит, впереди это церковь Санта Мария, одна из крупных церквей в старой части города, которая сохранилась. Вот. И сейчас вот я стою на такой скалистой части. Вот видите, это все, весь Готланд был какой-то, вернее, одной частью скалы, поднявшись на море. Вот, и сейчас вот видно архитектура типичная для Готланда. Также видно вдалеке порт, видите, там белый корабль. Это порт Висби, корабль отходит до Большой Швеции обратно. Вот тут также развалины старой церкви. И вот видно, думаю, то, что вас интересует, это вот видно, вот как бы дворики такие, стоят припаркованные машины, окна открыты, потому что жарко. Вот вчера было 28 градусов, это необычно жарко для Швеции. Вот. Черепичные крыши, так, зелень, вот архитектура. Вот сейчас вы видите, там вдалеке это развалины церкви Святого Николая, построенными доминиканцами. Об этом мы расскажем позже. Так. Вдалеке, вот сразу же, вот где кончается черепицы домов и зелень, это видно море. Она так не слишком отчетливо видна в дымке, но тем не менее это Балтийское море. Вот. Вот сзади меня тоже, ну, так я круговой такой обзор делаю. Дома, они находятся вот как бы вот на возвышенной части этой скалы, где сейчас я стою. Ну, это скорее не скала, это просто каменистая часть. Каменистая часть города. Или скалистая, скорее всего. Так. Ну вот такой короткий круговой обзор. Пишите свои комментарии, пожелания, что бы вы хотели увидеть, какие достопримечательности. Я буду рассказывать о разных частях острова, в основном, конечно, Висби, старая часть. Вот. И таким образом будем общаться через комментарии, которые вы можете оставлять на канале. Также подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых видео. Всего доброго, до новых встреч!